Так званий співголова Донецької Народної Республіки Денис Пушилін на прес-конференції в Москві відзвітував перед своїми кремлівськими замовниками. І так, по інформації Пушилина, відправленого сепаратиста, який нарушив кілька статей Уголовного кодексу України, він вже озвучує майже кримський сценарій по відділенню Донбасу від України, говорить про те, що явка на псевдореферендум 11 мая про відсоєднення Донбасу від України, явка в составі 60%, не менше. Результати викликають ще більший оптимізм. Правда, тепер немає впевненості. Хоча тут я теж оптиміст, впевненості в тому, що Пушилін повернеться в Україну. Як-то ж йому дали уїхати за пределы нашей родины в Москву. Посмотрим. Ситуация очень тревожная, настроение. Я редко говорю, уважаемые телезрители, сейчас обращаюсь напрямую к вам, такие слова не позволял себе до последнего времени, но бурю возмущения вызвало заявление исполняющего обязанности президента Украины, спикера Верховной Рады Украины Александра Турчинова, который расписался в собственном бессилии о том, что украинская государственная власть утратила контроль над Луганской и Донецкой областями. И об этом тоже будем говорить в нашем эфире. Все равно остаемся оптимистами. Главное нам здесь, в Одессе, на территории нашей области и по всей остальной Украине, сберечь мир, спокойствие, чтобы эти майские праздники действительно прошли спокойно, состоялись выборы президента и жизнь в Украине наладилась. Это главная наша мечта. 737-73-10, телефон прямого эфира. Звоните в эту студию и задавайте свои вопросы нашему постоянному эксперту Николаю Игоревичу Шутову, доктору экономических наук. Сегодня добрый вечер, Николай Игоревич. Добрый вечер. Понятное дело, и политика, и экономика будут идти рядом, понятно, что они связаны. И вот, наконец-то, стали проявляться, в том числе, экономические интересы господина Путина и вообще официального Кремля на территории Украины. Итак, прежде всего, комментарии заявления Турчинова, потому что, я говорю, вот кроме слов возмущения, вот такое заявление, ну, ничего пока, других эмоций нет, ну, просто нет. Вы знаете, я уже как-то ворона, точнее, как попугай хазановский, об этом говорю, наверное, не меньше месяца. О том, на мой взгляд, меня уже почти на все каналы перестали пускать за мой язык, вот, на мой взгляд, это чистой воды предательство. Я понимаю, что есть проблемы в наших вооруженных силах, правоохранительных органах, мягко говоря, проблемы. Вот, но когда президент или исполняющий обязанности на весь мир заявляет, то есть расписывается в беспомощности государства, в том числе, прежде всего, и своей, потому что он, кроме того, что он исполняющий обязанности президента, он еще и главнокомандующий. Они, понимаете, наши власти, в свое время, когда Азаров расписывался о том, что у нас нулевой рост ВВП, не понимая, что вслед за этим надо писать заявление об отставке, что он дает оценку своему труду, ведь то же самое и Турчинов, давая такую оценку, он дает оценку результатам своей работы. Ему вслед за этим надо писать в отставку, просить извинения перед украинским народом и так далее. Но я уже больше месяца говорил, к сожалению, понимаете, это не просто бессилие, это не просто, скажем, недоработки и так далее. На мой взгляд, это чистой воды предательство. Потому что вот те люди, которые сегодня олицетворяют собой власть, вот если вы вспомните, как они себя вели на Майдане, они себя довели до того, что их Майдан перестал принимать. Я вам скажу больше, вместе с вами, в том числе, в этой студии в прямом эфире, все эти месяцы на Майдане, можно это посмотреть в интернете, все это есть. Мы критиковали тех, кто сегодня оказался у власти, и критиковали, понимаете, как оказывается, не и зря. И вот это бессилие, беззубость, непрофессионализм, это в лучшем случае, если не предательство, в худшем случае, они сегодня проявляются тоже на уровне, теперь уже на уровне государства. Но я не верю в то, чтобы, ну хорошо, Крым, ладно, там своя ситуация и так далее, хотя и Крым тоже надо было по-другому. Но если не защищать, то, по крайней мере, ну, материальную часть вооруженных сил надо было уничтожать. То, что вы не можете вывести, то, что вы не можете, допустим, морем и так далее, оно врагу не должно достаться. Это аксиома любого вооруженного конфликта. Значит, оно взрывается. Оно взрывалось хотя бы один объект, приведен в негодность. Ни одного объекта. Просто, извините, как туристы встали, чемоданы собрали, и кто, значит, в Россию перекинулся, там больше половины, наверное. А кто переехал в Украину? А подождите, а часть, как же, что? Значит, при том, что оба министра обороны и предыдущие, и нынешние заявляли о том, что войска будут выведены с высоко поднятой головой и с флагом. Ну, такого даже для видеокартинки сотворить не смогли. Причем тут даже не есть нарушение устава, есть инструкция.
по поведению в различных ситуациях. Вот так же, как, допустим, инструкция у командира боевого корабля о том, что в случае, допустим, обострения он обязан, не дожидаясь, вывести корабль в море, в океан, в определенную точку, а эти сидели, значит, что ждали? Пока россияне придут, их там коленом подзад. Мы уже не говорим о так называемых конвертах, которые в сейфе у каждого командира, как действует в той или иной ситуации. Вот. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, и я тоже считаю, как вот, так сказать, поступательно реализуется, мы с вами уже говорили, это крымский сценарий, только уже в Донецкой и Луганской области. Только уже сегодня, к сожалению, подпитан кровью. Мирных граждан, правоохранителей и тех людей, которые взяли в руки оружие. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Сергей, ну государство же нужно строить так, чтобы было и тем хорошо, и тем хорошо, а не только Фарионам, Мирошниченко и Бенюкам. Ну нельзя же так. Те тетушки, те бенюшки, что вытворяли на Майдане, все видели прекрасно. Что вытворяют в Луганске и в Донецке тоже. Те враги, а те хорошие. Ну разве можно так? Подождите, давайте так. Давайте так. Когда в этой студии звучало, что Фарион это герой, Тегнебок это герой, не передергивайте. Это прежде всего. Если я говорю о сепаратистах, я говорю о людях, которые нарушают статьи Уголовного кодекса Украины. Если вы внимательно слышали, к чему я призвал в начале нашей программы. Спасибо за ваше мнение, Николай Ильич. Я хочу просто уточнить уважаемому телезрителю, что когда я говорю о, мягко говоря, непонятном поведении оппозиции, то я имею в виду в том числе и партию «Свобода». Потому что их лидер входил в эту тройку, и у них, к сожалению, и были во время Майдана, и сегодня мы наблюдаем совершенно такое провокативное поведение, которое, ну, вспомните, как, так сказать, они на весь мир, да, разошлось по эфирам, как они, так сказать, вынуждали написать отказное письмо председателя НТКУ. Что это такое вообще? Что это такое? Это уголовно наказуемое преступление, за которое нужно было показательно наказать. Чем это закончилось? Народный депутат Мирошниченко от «Свободы». Да. Понимаете? Аж ничем. Нужно было забрать мандат, и если не садить в тюрьму, то, по крайней мере, он не должен представлять в парламенте украинский народ за такое поведение. Это ж чистая подстава власти. А факельное шествие во время Майдана по Крещатику, это что такое провокативные действия? Поэтому, когда я говорю там тетушки с одной стороны, Бендеры с другой стороны, нет. И с той, и с другой стороны ситуация. Только знаете, если мы говорим, допустим, о той же «Свободе» или тех силах, которые, допустим, вот тот же правый сектор, понимаете, там идет перехлест, на мой взгляд, в части патриотизма. Перехлест безграмотный, провокационный, преступный, но перехлест. А когда мы говорим о сепаратистах, тех же тетушках, мы говорим о людях, которые раскалывают государство и работают на врага, на противника. Это принципиальная разница между ними. Николай Игоревич, я обещал, что мы скажем об экономике, речь о сланцевом газе. Действительно ли вот сланцевый газ стал причиной того, что Владимир Путин обратил пристальное внимание на восток Украины? Или все-таки за этим стоит одна чистая политика? Знаете, вот я когда эти лозунги смотрю, под которыми сепаратисты, скажем, в Донецкой, в Луганской области выступают. Сейчас обсуждаются те вопросы, которые они хотят на референдум вынести. Значит, язык, федерализация, либо самостоятельность их областей. Я думаю, подождите, а что у нас уже народ накормлен? Что у нас шахтеры уже нормально обеспечены, все такое. У нас пенсионеры получают нормальные пенсии, доступное им здравоохранение. Какой язык? Кто сегодня в Луганске, в Донецке, да и в Одессе, мешает говорить на русском языке? Да, мы можем говорить о каких-то, вы знаете, вообще выдвижение языковой проблемы, это архаика. Сегодня в мире вообще люди не думают о том, на каком языке они говорят. Это не принципиальный политический вопрос. Сегодня максимальная демократия. Никто никого не зажимает. Хочешь говорить и общаться на русском? Пожалуйста. На украинском? Пожалуйста. На китайском? Ну, найдешь китайцев, будешь общаться по-китайски. Ну, в Америке, понимаешь, в метро появились надписи на русском языке, да? Федерализация. Но это же не повод говорить о государственном русском в Америке. Мы говорим о федерализации, но 99% населения не понимают, что это такое. И правильно, что не понимают, потому что за этим термином может содержаться различное наполнение. В той же Российской Федерации, если я не ошибаюсь, 89 субъектов федерации, и они с центром имеют 6 вариантов
построение федеративных отношений. Я уже не говорю о том, что за время правления Путина там, скажем так, местная самоуправленческая часть, она резко сократилась. Ну, зато они Российская Федерация. Поэтому, господа, понимаете, когда вы говорите о федерализации, вы должны четко себе излагать сразу, что вы понимаете под ней. Как вы видите федеральные отношения между центром и, скажем, вашей областью. Это серьезные вещи. А просто, извините, как, давайте мы проголосуем, федерализация или не федерализация. Да нет смысла в самом этом вопросе. Вы вначале накормите народ. У нас, пожалуйста, вот сейчас с 1 мая, первомайские праздники, подарок украинскому народу, газ подорожает на 51,1%. Значит, с 1 апреля у нас подорожал газ для бюджетников и для предприятий, для бизнеса. И с 1 мая еще на 17,7% для бюджетников и для бизнеса повышаются цены. Почему я там акцентирую внимание? Потому что тут же этим же дается толчок для цен по всем остальным, по товарам, по услугам и так далее. Вот же о чем идет речь. Сегодня в стране, посмотрите, первое, что востребовала наша страна, первые законы, которые должны были приняты, они не приняты и по сей день. Это антикоррупционное законодательство. Страну душит раковая опухоль коррупции. Ничего не изменилось. Более того, забалтывается тема коррупции, законы в парламенте есть, ну какие там никакие законы, ладно, но хотя бы продекларируйте политическую направленность антикоррупционных своих действий. Они и этого не делают. Понимаете? Зато идет давление на нас с вами, на простых людей, по налогам, по ценам и так далее. Хорошо, а где олигархат? Да я вам сегодня назову, ну, как минимум 3, 4, 5 направлений, по которым можно сегодня деньги найти в стране. Пожалуйста, налог на коммерческую недвижимость. У нас с 1 января введен налог на жилую недвижимость, а коммерческую недвижимость не тронули, правильно? Странно, да? Своих мы не обижаем, да. Так обложите налогом владельцев предприятий. Оставьте в покое, так сказать, малый бизнес. Не надо контейнер, там, магазинчик, это не то. А те, кто владеет облэнерго, те, кто владеет мощными компаниями и так далее. Раз, первый источник. Второй источник. Введите депозитные налоги, вот так, как на Кипре недавно сделали. 15% единовременный налог на крупные вклады. Он не касается тех 90% людей, у которых там нищенские вклады по несколько тысяч гривен, там, ну пусть долларов. Нет, речь идет о тех, у кого лежат миллионы, десятки миллионов и миллиарды. Второе направление. И я вам могу назвать третье направление. Сделать так, как сделал в свое время Путин. Собрал олигархов и предложил им скинуться. Только он им предложил скинуться на Олимпиаду. 25 миллиардов дает государство, 25 дает эти олигархи. А им предложить купить у государства облигации, которые будут называться, допустим, вооруженные силы Украины на 20 лет под обычную процентную ставку. В свое время, когда Янукович мыкался по миру, ему Международный валютный фонд отказывал в кредитах, они ему сказали, а вы возьмите у своих олигархов, одолжите у них, вам надо 15 миллиардов долларов, ну ради бога. Там каждый из них обладает состоянием, один обладает большим. Вот то же самое, собрать их, и пусть страна знает, кто откажется. Николай Юрьевич, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лидия Григорьевна, я пенсионерка. Хочу, слушаю вашу передачу, и у меня... Ну, как бы протест. Я хочу сказать, что Россия Украине не враг, никогда им не была и не будет. И россияне – это единственный народ, который может нас понять, украинцев, и помочь. А все то, что происходит сейчас в стране, в этом виноват Майдан, организованный представителями Западной Европы и Америки. И эти люди... хотят стравить нас, чтобы мы друг друга перебили. Лидия Григорьевна, уточняющий вопрос. Оккупация Крыма, по-вашему, это дружеский акт со стороны Путина и его компании? Ну вот видите, сразу бросают трубку, когда задают один единственный вопрос, на который ответ очевиден. Николай Ильич, опять мифы. Ну, вы знаете, ведь часть населения думает именно так. Лидия Григорьевна, она озвучила... Ну, не хочу сказать довольно популярную, но в определенной части населения, да, такая точка зрения есть. Но есть контрвопрос, а что конкретно Россия сюда несет? Что она сюда несет?
что в России давайте уже все проблемы решены. Путинская Россия, о которой мы говорим прежде всего. Да. Ну, имеется в виду та Россия, которая персонифицируется в Путине, которая персонифицируется в их оккупационных войсках и так далее. В их, так сказать, грушных, так сказать, подразделениях. Что она несет? Да в самой России два города, которые более-менее нормально живут, Москва и Санкт-Петербург. А все остальное, это очевидцы говорят, у меня масса знакомых людей и друзей живут в России. Я вам хочу сказать, это замечательные люди, которых жизнь проверила нашу дружбу, и там все нормально. Я абсолютно не путаю Путина и россиян. Вот. Но сегодня они пришли к нам, не мы к ним, а они к нам. И вопрос задачи, а что они к нам несут? Что, крымчане стали жить лучше? Им просто пересчитали на сегодняшний день, допустим, зарплаты, пенсии и так далее, по официальному курсу гривны к рублю. Все. Где благоденствие? Ни для кого оно не наступило. Сегодня к бизнесу уже приходят братки и так далее, и требуют мзды и прочее. И это еще не конец, это только начало. Вот по этим законам махровой преступности живет сегодня вся Россия. И вот к нашим всем негораздам еще добавится и их проблематика. Не знаю. Ну, так же, как и российский воин ответил за убийство украинского офицера. Никакой информации больше не проходило. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Убийство было, а никто не понес наказание. Добрый вечер, в прямом эфире. Добрый день. Добрый вечер. Насчет федерализации я хотел сказать, понимаете, относительно России. Это с ужасом ожидание майских праздников. Вот и весь подарок от России и от федерализации. Недавно я проходил его Куликово поле, знаете, 3 года назад у меня строили дом. И встретил целую бригаду строителей из Приднестровья. Я говорю, что, ребята, работы нету. Да нет, а зачем? На выходные мы приезжаем... Нас и здесь неплохо кормят, говорил герой мультфильма, да. И что можно сказать? Я говорю, ребята, вот вы в Приднестровье, вы же знаете, где живут. Он говорит, ну хватит над нами смеяться, должны же его немножко это прочувствовать. Спасибо вам. К сожалению, ваши опасения, вашу информацию могу только подтвердить. Представители Приднестровья есть на территории Одессы. Понятно, с какой целью или непонятно, Николай Ильич? Ждем майских праздников. Николай Ильич, и все-таки вопрос от сланцевого газа. Он действительно такой вот, животрепещущий для Владимира Путина. Неужели это только это его волнует? Ну, были такие заявления от ряда экспертов, что сланцевый газ украинский – это ну, некая такая, знаете, петля для «Газпрома», для шеи «Газпрома». Ну, однозначно, да. Так, почему? И не только для «Газпрома», потому что если Украина раскрутит все программы, так сказать, газодобычи, а я имею в виду, это морская газодобыча в Черном море, это сланцевая газодобыча. У нас 2 крупнейших месторождения, причем они, по-моему, одни из крупнейших в Европе. Это Олешковское месторождение в Ивано-Франковской области. И второе – это Славянское, или Юзовское оно называется, центр Славянский. Славянский, друзья, уважаемые одесситы, запомните это. Центр Славянский. Если вы думаете, что там стоит российская ГРУ для того, чтобы отстаивать русский язык, да я убеждаю вас, нет, это далеко не так. Им на самом деле это, там никто не обижает, никого не мешает, не препятствует говорить на русском языке. Вот. Их интересует совершенно другая проблема. Им сегодня надо удержать конъюнктуру на газ. Поэтому первый их шаг – это заблокировать сланцевую добычу на Украине. И «Газпром» и дальше, и раньше работал по этой тематике. Они колоссальные деньги тратят на то, что миллиарды тратят на то, чтобы дискредитировать тему сланцевого газа. Причем, в принципе, в Европе. Здесь и экологические, здесь и экономические факторы и так далее. Вот. Потому что игра стоит свеч. На сегодняшний день деньги, получаемые Россией, от нефти и газа составляет 70% бюджета. И с этим надо считаться. У России очень большие амбиции, у России очень плохое экономическое положение, у России сегодня амбициозные планы, оборонная программа очень серьезная, там переоснащение ядерной лодки и так далее. И так кстати, далее. В Севастополе россияне обещают показать новое флотское вооружение. Ну, американцам покажут, там как раз потихоньку они подтягиваются, это эсминцы и так далее. Вот, покажут им, нам-то что показывать? У нас совсем другие задачи.
Вот. Поэтому я и говорил и раньше еще, когда у нас мы обсуждали в этой студии тему Крыма, я и говорил, что там главная проблема — это не язык, это экономика. Хотя, вы знаете, вот недавно появилась цифра, наше Министерство юстиции посчитало, значит, убытки Украины от потери Крыма, они насчитали 940 миллиардов гривен. Я вам хочу сказать, что они вообще юристы всегда плохо занимались экономикой, у них плохо с математикой, то есть это не касается их личных доходов. Вот. Это далеко не те цифры. Есть цифры, которые оцениваются в триллионы долларов, около 3 триллионов долларов потери, это если считать все на круг, начиная от земли и кончая инфраструктурой вооруженных сил. И кончая утерянной выгодой по нефти и газу, который есть Черноморнефтегаз, добывал, 60% потребностей Крыма уже покрывалось за счет морской добычи. Вот. Все, если это посчитать, там много предприятий, сервиса, которые были не приватизированы, оставались в государственной собственности, там заводы Винмассандра и так далее, и так далее. Если все это считается, то эксперты называют цифру около 3 миллиардов долларов. Но я хочу спросить другое. А почему сегодня наши официальные представители нигде? Вот мы слышим, как какую-то бредовую цифру заявляет Медведев, там, что мы должны им 11 миллиардов. Потом еще один их тоже высокостоящий, не хочу фамилию называть каждый раз, рекламировать, называл 16 миллиардов, что мы им должны за счет того, что они утеряли потерянная выгода от расторжения по их инициативе Харьковских соглашений. А положите им, пожалуйста, положите им сегодня на стол утери от Крыма. Да они должны нам 100 лет качать тот газ и нефть бесплатно. Понимаете? Есть телефонный звонок. Очень грустный у нас сегодня разговор получается перед майскими праздниками. Какие праздники, такая ситуация. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Я хочу сказать, знаете ли вы о том, что в монастырях на Пушкинской, на этом к даче Ковалевского прячут оружие? Пророссийские экстремисты. У меня тут попугай мешает, я его не могу ничего сделать. Да попугай с кремлянам всем помешал. У вас попугай сепаратист. Спасибо за информацию. Я скажу так, вы озвучили то, что озвучили. Есть такая информация, гуляет по интернету. Ну давайте опять-таки. Многие сегодня провокаторы работают на панике людей, тем более в преддверии дней отдыха. Да? Но опять-таки я говорю, в кавычках дни отдыха, потому что, правильно телезритель сказал, очень тревожное настроение. Восток, понятное дело, на сегодня. Вернемся все-таки к политике снова. Николай Игоревич, Одесса. Одесса удивила, удивляет, продолжает удивлять. Все-таки откровением стало, наверное, в том числе для Путина. Все-таки угрожает что-то Одессе или нет? Давайте вот говорить откровенно. Я не хочу никого пугать, но и не хочу никого расхолаживать. Вы знаете, ну, я уверен, что и в Донецке, и в Луганске большинство населения — это нормальные, спокойные, проукраински настроенные люди. В каком смысле проукраински? За сохранение соборности, за сохранение единого государства и их областей в этом государстве. Вот. Но есть экстремисты, есть профессионалы. В Одессе, я думаю, что они тоже есть. Одесса — это толерантный город. Здесь есть много, так сказать, путей, как сюда можно попадать. Поэтому я думаю, что Одессе, несомненно, угрожает именно, как говорится, стимулирование конфликта со стороны специально подготовленных для этого людей. Оплот он уже есть, форпост на Куликовом поле. Вот. Но я думаю, что он может и в других местах появиться. Правоохранительные органы, вот то, что женщина сейчас сказала, оружие и так далее, но это вообще-то работа служб безопасности. Но я себе сегодня другой вопрос задаю. А в чем сегодня, я не хочу сказать о конкретном каком-то офицере, но как общая тенденция, это пассивность правоохранительных органов, и почему она такая? А я думаю, что ответ зиждется вот в какой сфере. Им прекрасно жилось при Януковиче. Прекрасно. Никаких сепаратистов, никаких бандитов, крышевание бизнесов, открытые, так сказать, ворота во все государственные организации и так далее. Кого они сегодня будут защищать? Поэтому я думаю, что многие из них спят и видят,
для возвращения той системы, которая была. И вот здесь кроется очень серьезный, на мой взгляд, просчет власти. Прошло уже 2 месяца, когда, так сказать, вся эта ситуация сформировалась, и за это время уже можно было, я понимаю, не решить проблему, скажем, вооруженных сил или правоохранительных органов. Да, не решить. Но сдвинуть с места. Так как это делал в Грузии, он понял это, Саакашвили, что на старый аппарат он опереться не может, что реформы должны проводить заинтересованные люди новой формации. И он начал это, и он это сделал. Почему на Украине это не делается? На кого мы сегодня опираемся? Чего мы удивляемся, что женщина звонит и говорит, в церквях оружие? А почему эта информация не приходит к службе безопасности? Я думаю, что сегодня одесситам, это правда, я так думаю, по крайней мере, что надо опираться в том числе на самих себя, и вот те общественные объединения, которые создаются по охране общественного порядка, они имеют как минимум право на жизнь, но опять-таки одесситы должны сплотиться. Сплотиться в реалиях внешней угрозы. Иначе от города не останется камня на камне. Ну, Сережа, вот такая ситуация. Проблема в том, что, понимаете, людей сплотиться, ну, хорошо сказано, красиво, но людей я понимаю, о чем вы сейчас пули скажете. Профессионалов у меня, например, рука бы не поднялась. Вот гражданское население. А вот СБО объявило очередной набор добровольцев по горячей линии. Призывают людей. И таких готовить надо. Вот в чем вопрос. У нас есть телефонный и звонок, возраст, и здоровье, пару минут и остается. Прочее, и прочее. Добрый вечер. Очень быстро формулируйте свой вопрос. У нас 2 минуты до конца эфира. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня извините, я бы хотела ответить на комментарии дамы, которая бросила трубку по поводу Крыма. Да. Может быть, в какой-то степени и мы ожидаем от России или ожидали чего-то доброго. В тот момент, когда наша страна бедная по сравнению с Россией, больная, раненая, и вдруг после таких событий, и вдруг у нас забрать Крым, это вообще ужасно. Я бы хотела, конечно, много у нас информации по телевизору, по радио. Я понял ваше мнение. Очень, вот. Если есть вопрос, вот задавайте. Я хочу сказать этой даме, подождите, чтобы и СМИ, чтобы прокручивали ролики, которые в России. Вот на сегодняшний день я в Фейсбуке смотрела, где показан Кадыров вместе со своей гвардией, и он хочет помочь Украине. Вот на Юго-Востоке. И у нас надо, чтобы этот ролик... Крутили. Все, я понял. Спасибо, что вы неравнодушны. Кстати, вот вы, Николай Игоревич, буквально минута остается, очень кратко. Вот сегодня понятие Юго-Восток искусственно создано. Сегодня произошло разделение, о котором мы можем говорить. Почему, на ваш взгляд? Но у вас минута. Вот то, что мы в эфире слышали. Но это естественные вещи. Это русскоязычная, здесь очень большая, ну не диаспора, а большая прослойка людей, которые действительно... Ну, допустим, я живу во дворе, где, скажем так, традиционно селили это военные дома, традиционно селили военных отставников практически со всего Советского Союза. Подтверждаю, многих там знаю. Да, понимаете, я думаю, что если бы там завтра какая-нибудь... Вот представим в условиях локального двора какая-то заварушка, так там бы триколор бы... Там бы Россия, украинский флаг абсолютно не котировался бы. Так вот таким у нас выдался этот разговор, Николай Игоревич. Спасибо огромное. Дай Бог вам спокойных выходных. Не хочу говорить праздника, уж простите меня, уважаемые телезрители. Спокойных выходных. Ну, дай Бог все переживем. Ну, наверное, поскольку вы в эфире еще будете, а я не буду, хочу поздравить всех одесситов, во-первых, с 1 мая. Это наш праздник. Его празднуют во многих странах мира. Ну, про 9 вообще как-то, молчим, понимаете, святой день. Да. Вот, это праздник людей труда, потому что мы своим трудом живем, выживаем. Вот. А 9 мая, конечно, всем тем, кто в свое время не жалел самого дорогого, что дает Бог человеку, это жизни. Дай Бог вам и максимального здоровья. И я хотел бы, чтобы, понимаете, молодежь училась на ваших традициях и поддерживала вот те победы, которые вы нам дали. Вечная память павшим. Не забудьте 9 мая поздравить ветерану и просто прийти к обелискам погибшим воинам. Увидимся через несколько минут в этой студии в прямом эфире. А вам пока, до свидания. Всего доброго.